13 апреля в детском саду номер 31 «Улыбка» состоялась Всероссийская конференция руководителей и специалистов «Дошкольное образование 2023». Мероприятие включало в себя насыщенную концертную программу, в которой гостей, приезжих со всех уголков России, познакомили с традициями и обычаями Дагестана. Встретили экспертов воспитанники детского сада на высшем уровне, продемонстрировав все свои таланты в зажигательной лезгинке. Ознакомительной локацией стало новое пространство в дошкольном образовательном учреждении. Это традиционный мини-музей народно-прикладного творчества. Здесь гостям показали разного рода ремесла. Ковроткачество, унцукульская высечка и многое другое. Гостей провели в конференц-зал, где воспитанники дошкольного образовательного учреждения совместно с преподавателями провели литературный час, посвященный году Расула Гамзатова. Отметим, что на мероприятии также присутствовали руководители дошкольных учреждений Каспийска и начальник управления образования Лариса Абрамова. По словам заведующей детского сада номер 31 «Улыбка» Елены Загорной, основная цель – это демонстрация накопленного опыта работы детей в области образования. А также в рамках данной конференции в детском саду номер 31 провели открытие нового обновленного музыкального зала. В рамках именно данной конференции только один детский сад Республики Дагестан включен в программу мероприятий. И мы представляем здесь уже свой Дагестан. В рамках этого мероприятия зарегистрировано несколько спикеров из разных городов нашей страны, которые также поделятся опытом работы, и наиболее ведущие практики на сегодняшний день будут продемонстрированы у нас в детском саду. Асия Тумалатова, Гаджи Гаджиев, новости телеканал «Среда».